Итак, друзья, сегодня что-то прохладненько немного. Ух, прямо даже морозик. Хоть купался только сейчас или, может, просто замерз. Ребят, сейчас вам покажу. Здесь интересно такое, скажем так, для физических упражнений такие интересные, скажем, как называется, экспонаты. Вот, посмотрите, такие упражнения интересно здесь вот спроектированы именно для вот местных, не знаю, пенсионеров или для местных людей. Я даже такие вот не видел никогда. Вот, смотрите, здесь такой городочек. Значит, вот. Вот это, ребята, даже не понял, для чего это, что с ним делать. Просто то ли сидеть, то ли вставать, то ли вот так как-то делать сюда, ногами вот так вот ходить. Такие вот упражнения, я даже не пойму. Это пониже. Видите, здесь вот типа что-то турникета, но для меня он маленький. Вот. Второй вот здесь как-то не такой интересный. Вот издалека покажу, знаете, такой вот интересный второй. Это, как я понимаю, что просто для разводки, может быть, для разминки моторики. Вот так вот. Колечко вот так вот катать, вот так вот, раз. Колечко катать, вот так вот, раз, раз, раз. Раз здесь его останавливать. Вот такое что-то видно, как я понимаю. Вот. Это или для детей, может быть. Это повыше, это пониже. Здесь вот то же самое, такое же для маленьких. Вот так вот, то же самое катать. Раз, так вот видно, чтобы нагибаться, что ли. Вот такие вот интересные. Это, как я понимаю, ребят, вот так вот садишься. И вот начинаешь вот эти вот действия такие вот, обоими руками. Это человек интересно такое. Видно, для, как это, прокачки мышц вот таких вот называется. Когда же, видите, как хорошо интересно сделано. Вот такие вот упражнения. То есть такие вот станки здесь для этого. Это, как я понимаю, здесь просто вот так вот ногами вставать. Раз, два, так, как я понимаю. Вот, это видно. Вот это вот, как понимаю, вот такой вот. Наверх идти. Раз так его катать. Видите, катать. Доверху. Опа. Вот такой вот. Такие вот тренажеры интересные такие для пенсионеров. Это, наверное, то же самое вот так вот. Здесь делать двумя руками. Вот это еще один такой получается. Только уже без сидя. Вот еще что-то тоже такое, не знаю даже. Ладно. Такие интересные. Вот тоже, ребят, напишите, ребята, если у вас какие-то мысли есть на эту тему. Здесь, видно, по ходу дела стоять надо. Вот. Стоять, видно, на ней надо. Видите, она дрожит так. Тоже, наверное, встаешь. Стоишь. Вот так я сейчас встал. И прыгаешь так тихонько. Видно, на ней прыгаешь. Я вот сейчас стою, прыгаю, ребята. Знаете, какой вид красивый, да? Ух! Какой вид классный. Вот. Надо так тихонько. Видите, он такая вот. Так вот. Дрожит интересно. Вот. Дальше. Еще такой повыше. Держаться. Это вот станок. Просто видно лежать здесь. Что-то какие-то упражнения делать. Как я понимаю. Вот, ребят, такой велосипед. Ну, вы уже поняли его смысл, да? Смотрите. Опа. Вот такой вот он. Раз. Туда-сюда упражнение делать. Два. Туда-сюда, ребята. Опа, какой станок классный. Оп, тренажер. Вот. Ну, этот последний, наверное, ребят, такой уже известный, понимаете, сюда. Вставать. Вставать и поехали. И покатили, друзья. Опа. Раз, раз. И покатили. Опа! О, как супер интересно! Вон, видишь, как хорошо! Опа! Вау! Вау! Вот такие вот дела! Вот такие вот здесь тренажерочки, ребят. Я вот хожу тут немножко повисеть, поподтягиваться, а то уже забыл, как подтягиваться. Вот, видно, мужичок на скутере приехал. Красиво. Сегодня где-то, ребят, наверное, градус 13 всего лишь, 12 даже. Вообще что-то прохладненько. Чувствуется такой морозный воздух. То ли же зима начинается. Даже не понимаю. Так вроде ничего. Ну вот на солнышке, ребята, тепло очень, на солнышке. Но вот чуть немножко от солнышка отходишь, просто пипец. Такой. И все, пойдемте немножко прогуляемся. Сейчас вам покажу чуть-чуть. Набережную пройдемся чуть-чуть. Точнее, даже проедемся, ребят. Я попробую прокатиться с камерой.
Надеюсь, я тут не сильно не упаду. Ну-ка, тихонько так, опа. Повел дорожки. О, еду, ребят, даже еду. Смотрите, даже еду на самокате и держу. Классно, ну, правда, без тормозов, потому что тормоз на левой руке находится, а в левой руке у меня камера. Пуховичок одел, просто может, конечно, дом замерз. Надо, видно, батареи включать иногда хоть, а то что-то прям прохладно в тени-то. Конечно, ребят, все-таки классно жить, когда есть солнце. Сегодня мы с другом разговаривали, он мне погоду показывал. В Нижнем Новгороде там уже снег и мрачно. Вот, видите, здесь даже музыка, песни. Классно, ребята, видите, с пивком сидят. Ребята, с пивком. О, Алихоп, магазинчик даже тут работает. Интересно. Так вот, видите, я тут не один на самокате катаюсь, оказывается, народ тоже катается. Такая вот, ребят, здесь я, ребят, гуляю, прогулочка здесь, дрова-то есть. Вот, красиво, ребят, сейчас покажу, смотрите, как красиво, такая вода прозрачная прям, красота, вообще, вау. Такая речечка. Вот, ребят, народу немного, но гуляют. Гуляют люди. Нормально. Все, друзья, давайте всем хорошего дня. В общем, вот такая вот набережная днем. Видите, она такая не очень людная, но с утра люди гуляют. Потихонечку. Всем пока-пока. Друзья, пока-пока. Привет из Испании, из Каталонии.